Так, ну вот здесь вот мы пришли в лабиринт греческий или лабиринт творчества. Вот мы с вами вот парк лабиринта обходим, вот и к нему пришли самым последним, да? И он находится, самый такой дальний лабиринт. Вот я вам скажу, что по секрету, по-большому, это вот мой самый любимый лабиринт. Вот лабиринт творчества. Вот здесь вот как раз вот написано, там греческий лабиринт. Ну, греческий, так сказать, быть жрецом, волком, это тоже, так сказать, большое творчество. То есть проявлять. И вот этот лабиринт раскрывает вот внутренние такие, ну, как бы сказать, творческие вот порывы. Вот когда что-то хочется такое созидать, творить, да. И вот этот лабиринт раскрывает вот это пространство. И вот в этом лабиринте здесь, как и в лабиринте любви, здесь не нужно вот крутиться. Он сам находится, вот этот поток. Видите, он бесконечный. То есть вы идете как в лабиринте любви, вот он пятый с мешками, да? И вы выходите, ну точно так же мужчину правой рукой, ногой, говорят, да будет так, женщины левой рукой. И выходите, здесь благодарите его и идете дальше на следующий круг. Вот. И вот в этом лабиринте крутится. Значит, чем еще лабиринты, они отличаются? Каждый лабиринт еще работает на определенную чакровую систему человека. Вот у нас основные чакры, которые работают, это чакра, вот горловой центр, Вишудха, да, аджна, лоб и... Здесь у нас сахасрара. Так вот, у нас лабиринт любви, он у нас открывает вот эту чакру. Вот здесь ясновидение, яснознание, вот когда мы идем в лабиринте любви. Вот и здесь ясновидение, яснознание, вот как раз вот каналы любви. Вот мы начинаем вот видеть, ощущать и прочее, прочее. Вот как раз. А здесь у нас этот лабиринт построен вот на эту чакру. Это вот горловой центр. И вот эта чакра, как раз вот, которая здесь вот горловая, вот эта чакра, она открывает каналы творчества. Каналы творчества, потом еще, это вот каналы как раз вот связаны с вашим внутренним предназначением, с именем человека, вот как вот. Вот ваше внутреннее состояние, чтобы себя понять. Вот, понимаете, да? Понять себя и открыть еще свою вот эту родовую память, вот, творческое начало. Значит, вы приходите вот в этот лабиринт. Он, любовь, она огромная, большая. Вот там вот любовь. А здесь творчество, это вот ваше внутреннее. Видите, он такой маленький, там прочее. Вот. Но здесь вот именно вы находите себя. Вот свое вот это внутреннее предназначение, так сказать, понимаете. И открываете свое вот это внутреннее состояние. Поэтому вот приходите, творите. Вот. Ну, я сказал, что вот. Вот я чаще всего вот здесь вот люблю, так сказать, заниматься, вот здесь вот себя ощущаю, там, ну, прочее, прочее. Вот парк лабиринтов такой. Вот я рассказал, значит, каждый лабиринт, начиная от крепости, да, где, так сказать, решать свои задачи, там, женский лабиринт, потом колесо воина. Большой лабиринт любви и лабиринт творчества. И вот в этом пространстве можно создавать себя. Вот приезжать почаще я желаю. Приезжайте сами, приезжайте со своими друзьями, с родными,
с детьми, вот, родителей привозить, так сказать, своих. То есть вот в этом парке, ну, можно вот так вот серьезно побыть. Даже если вот вы здесь рядом посидите, вот, вот уже у вас здесь вот рождается вот это вот особое состояние. Ну что, вопросы есть еще какие-то?